Merhabalar, nasılsınız? Мои дорогие, всем большое-большое-большое приветики. Как у вас дела? Как вы поживаете? Все хорошо у вас? Ой. Сегодня лепила манты, вы знаете, решила заморозить манты. Да. Лепила-лепила, в общем, столько налепила, потом налепила пирожки, потом чебуреки. Короче, все это нахер в морозильник. Ой. Устала просто, пальцы это все... У меня в воскресенье гости, девчонки. Да. Две дамы придут. Я не знаю, как я первый раз. Джанвара Насасанус Мирабалаш. Hello. Я первый раз буду, ну вот, ну это важные гости, так скажем. Не соседи, да, а вот местной национальности. Женщины. И я не знаю, девчонки, вот честно, я не знаю, как накрывают турецкий стол, да, я не знаю, я делаю все по-своему, да, вот наша еда, в принципе, моих соседей устраивает, мы так иногда встречаемся, общаемся, они кушают, и как-то это нормально, а тут гости, ну, как другие. И мне так, я не знаю, что мне приготовить. Вы не представляете, я, в общем, роюсь в интернете, чего только не ищу, как накрывают, как встречают у них гостей. Это все, в общем, я смотрю, какие-то салаты странные. Ну, для меня это странно, мы такое не кушаем. Вот. Ну, большинство, да, не кушаем. И потом другое там что-то, ну, то ли салат, не могу понять. Ну, мы же привыкли наши, да, салаты, я... Ой, девчонки, короче, так переживаю. Не знаю, как пройдет. В общем, хочу сделать все. Не знаю, кто кушает баранину, кто не кушает баранину, кто... Короче, сделаю туда все. И курицу хочу поставить, и манты сделаю, и этот... Думаю, и рыбу поставить, наверное. Ну, короче, все хочу... Я не знаю, кто что кушает. Есть же такое? Кто-то не ест, то... чтобы там, ну, не сидела, да, она скажет, я не ем это там, я не ем баранину. Вы представляете, да? Вообще кошмар это будет. Ой. Короче, давайте покушаем. Классика. Требешир классика. Девчонки, я сегодня получила мел. 7 килограммов, я же вам говорила, еще должно прийти 7 с чем-то там. В общем, мел и глину. Глина продолжение Туркестана. А мел я получила, девчонки, это вообще Богородский. Он такой, он прям какой-то необычный, прям вообще такой. Классный, просто, смотрите, просто шикардос, такие куски. Бегем к тебе, Шералды. Еды фалан кило. Я набирас кильварор, да, бир кило гиби. Я бир ики кило гиби, галиба. Ве бу мухтишем бир тебе, Шервала. Çok güzel. Tadını bakacağız beraber. Aman. Evet, bütün dünya. Ya, ufacık böyle bir şey olsa hep yerde pişir. Yani ne yapalım? Bugün bunu aldım. Pudralı. Bol bol pudralı. Прям, девчонки, она такая прям вот... Ну, пока до меня доходит, наверное, там уже становится супер напудренная. Я думаю, она же вся вот так вот пока покатывается. Богородская получила. Вы знаете, у него такой цвет, не такой белоснежный, как классика. Вот классика, был классика. А он такой, знаете, у него цвет красивый, какой-то молочный. Да, он не такой белоснежный, как классика. Он такой слегка молочный такой, ну вообще, как пломбир. Вот прям как пломбир. Давайте попробуем. Богородская. Должен проветриться. Угу. Богородская. У меня же там есть Богородская. Еще кило другое. Сразу вам скажу. Угу. А это прям, ну, я думаю, что это настоящий прям. Mm-hmm.
вкусно. Он должен... Мне кажется, маленько подсохнуть. Девчонки, микрофон новый. Я уже не знаю, что мне делать. Уже пищит он. В прошлом видео я столько поотрезала, там столько пищала. Так замучилась. Просто вкусно. Он, знаете, такой крупинка до конца. Ну, как пломбир. Как мороженое. Такой вкусный. Ой, проглотила даже. Дон дурмагибе. О, колер гузяльки. Вала. Sanki biraz süt tadı var ve dondurma. Böyle gibi bana geliyor. Богородская. Gerçekten çok çok güzel. Bende Богородская var ama o bunu benzemiyor. Bu sanki gerçek Богородская. O biraz
Яна Шмяльки, инженером яздыча. Брэс Фарклэл. Йоксо Честерна. У меня тот Богородский похож на Честер. Ну, в общем, там что-то неправильно написано. Не знаю. Но вкусный мел, конечно. Но не такой. Бу. Он номер обещалдес. Ава. О, кадар гюзяк, что на бока. Эллер. Вай бе. Аллах, Аллах. Тады. İnanılmaz. Bakabilirsiniz tadı ne? Burada sadece galiba 5 kilo düşünüyorum. Vallahi pişman olmayacaksınız. Rengi süt rengi. Bunun gibi değil. Bu mesela bembeyaz rengi. Bu biraz süt rengi. Güzel. Çok güzelmiş. Çünkü ya поела проглотила 20-25% точно. Вкусный. Вот реально вкусный мел. Просто. Он в меру твердый. Я бы не сказала, что он такой сухой. Нет. Он и не жирный, он и не сухой. Для меня он был сейчас прям как мороженое. Я люблю мороженое этого. Макдональдс. Очень люблю. Вот как мороженое Макдональдс. Дондурма Макдональдс var ya. Ben onu çok seviyorum da. Sanki onun gibi. Benziyor yani. Bana öyle geldi. Bilmem herkesinki farklı yani tadı oluyor. Ama bana öyle geldi. Çok güzel, çok güzel tebeşir. Çünkü он нереальный. Вот у него прям... Вот я на него смотрю и прям глаза... Мне вот бывает же... Глаза не насытятся, да, сам сыт, там вот это что-то, какая-то там речь такая вот. Вот прям на нее смотришь и любуешься. Красотень. Это классика. Я хотела вообще поесть классику, но что-то я увлеклась, в общем, и мы поели сегодня с вами Богородское. Супер. Классику поем я в следующем видео вместе с голубой узбечкой, я так думаю. Görüşürüz. Öpüyorum, seviyorum. Bye bye.